Свою работу в эфире продолжает «Новости дня». В студии Елена Катаржина. Здравствуйте. Мы расскажем о главных событиях этого четверга в ближайшие 20 минут. Новгородское областное телевидение представляет. Спецкорреспондент «Новостей дня» Арина Аксенова задала вопрос Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции президента. Внимание, фейк. Правительство области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о якобы готовящемся локдауне в канун Нового года. Колмовский мост включил реверс. Ямочный ремонт на переправе обещали с утра, начали к обеду. Это свершилось. Спецкорреспондент «Новостей дня» Арина Аксенова задала вопрос президенту России в ходе большой ежегодной пресс-конференции. В этом году Владимир Путин общался по видеосвязи. Всего на пресс-конференцию было аккредитовано около 800 журналистов. Инфоцентры организованы в каждом федеральном округе. Для Северо-Запада это Санкт-Петербург. Здесь и находилась специальный корреспондент «Новостей дня» Арина Аксенова. Свой вопрос она задала почти в начале 17:00 большой пресс-конференции. Он касался проблем студенческих общежитий, их ремонта и строительства новых. Мы уже больше 1 000 000 000 рублей вложили в наши колледжи и мастерские. И дети к нам приезжают учиться из 24 регионов России. Но у нас теперь новая проблема. Не хватает общежитий для всех этих ребят. Возможно ли предусмотреть какую-то федеральную программу по поддержке ремонта и строительства общежитий для колледжей и техникумов? Владимир Путин заметил, что такая проблема типична практически для всех вузов и средних образовательных учреждений. В каждом случае правительство старается разбираться отдельно. Бюджет помогает, но в основном это программы самих учебных заведений. Это решается по многим способами. Там и снимаемое жилье, и общежитие, там и оплата там в некоторых случаях делается за наем этого жилья. Некоторые вузы стараются помочь студентам получить дополнительный заработок. Ну, это проблема известная. Будем стараться работать. Возможно, тема отдельной программы по студенческим общежитиям будет обсуждаться и с главами регионов. Очевидно, что губернатор Андрей Никитин взял этот вопрос на заметку. Глава региона за ходом пресс-конференции следил из своего рабочего кабинета. Кроме того, журналисты интересовались у президента, какими будут грядущие выборы в парламент страны, с чем связан рост уровня бедности, объективно ли повышение цен. Ну и, конечно, коронавирус. Путин сказал, что обязательно сделает прививку, но попозже. А в завершении президент сделал подарок детям. Из-за отмены в этом году праздничных мероприятий, в том числе новогодних елок, в преддверии праздника все семьи, где растут дети возрастом до 7 лет включительно, получат по 5000 рублей на каждого ребенка. А сейчас Арина Аксенова поделится своими впечатлениями от пресс-конференции и расскажет, какие эмоции испытала, задавая вопрос президенту. Пресс-конференция закончилась, и мы уже покинули здание библиотеки имени Ельцина, но эмоции до сих пор рвутся наружу. 5 часов томительного ожидания, и мне, наконец, удалось задать вопрос Новгородского областного телевидения. Конечно, мы не рассчитывали, что президент даст нам какие-то гарантии, обещания и какой-то прямой конкретный ответ в прямом эфире. Мы прекрасно понимаем, что подобные вопросы требуют определенной проработки за кадром. Но самое главное, что нас услышали, и нам остается ждать и надеяться, что наш вопрос будет решаться и сдвинется с места. А у нас в редакции теперь появился новый трофей. Пациентам Новгородской областной больницы больше не грозит питаться за 160 рублей в день. Сегодня стало известно, что компания, которая выиграла аукцион на поставку питания в клинику со снижением первоначальной стоимости почти вдвое, отказалась от исполнения контракта. Пока в клинике планируют заключить краткосрочный договор по реальной цене, а в дальнейшем выбрать другого поставщика. Информацию о том, что московская фирма, понизившая цену контракта с 310 до 160 рублей на человека в день, отказалась от своих планов, сегодня озвучил главный врач медицинского учреждения Илья Кельвияйнин. Таким образом, опасения, что больных будут кормить по экстремально минимальной цене, не оправдались. Также, по словам главврача, несмотря на разрыв контракта, без горячих завтраков, обедов и ужинов, пациенты после Нового года не останутся. Качество и безопасность питания – это первоочередная задача. И мы сделаем, приложим все усилия, чтобы
качество было высоким и была соблюдена безопасность. Без питания мы своих пациентов не оставим. И у нас для этого есть масса возможностей. Попытку практически в два раза снизить цену контракта источники называют сознательным срывом аукциона. По этому поводу антимонопольная служба обязательно проведет проверку. Она уже назначена на 25 декабря. Сегодня провели ямочный ремонт проезжей половины Колмовского моста. Накануне мэрия предупредила автомобилистов, что реверсивное движение будет организовано с 10 часов. Началось все, конечно, позже, в районе обеда. Наталья Хмелева расскажет, что увидела на объекте под наблюдением. Пусть с опозданием, но реверсивное движение все-таки запущено, а значит, наша съемочная группа снова поднимается на Колмовский мост пешком, ибо так быстрее. Заодно есть возможность пообщаться с водителями. Учитывая скорость движения и длину этой пробки, им точно есть что сказать. Это полный бред, потому что мы так стоим, а теперь мы будем стоять здесь вечно, соответственно. Нужно что-то делать. Очень долго стоять. Сколько вы уже стоите? Минут 10, наверное. 10 минут. Как вообще думаете, вот надо сейчас делать был ямочный ремонт или нет? Ну, если надо, значит надо. Ну что, если так надо, так надо. И что такого? И такой философский настрой у многих водителей. Впрочем, возможно, это дело привычки. Пробки на Колмовском мосту давно стали ежедневной традицией. Да и стоять пока очень долго не приходится. Регулировщик – живой человек, не светофор. Дает на проезд по 2 минуты с каждой стороны. Примерно. Что же касается причины реверса, то вот он, ямочный ремонт, делать который нужно именно сегодня и сейчас, уверяет подрядчик. Просто уже мост находился как бы 2 недели без ремонта. Прошел период. 1 декабря я делала. И уже как бы, ну, не терпится, надо сделать, как бы. И чем дальше, тем будет хуже. То есть уже и арматура частями где-то торчит, уже может быть возникнет большая аварийность. Засыпает ямы Наталья Ефимова лично. С кадрами все сложно. Каждые руки на счету. Попутно заверяет, ни погода, ни поспешность на качестве заплаток не скажутся. Ну, сколько они продержатся, вопрос скорее риторический. А вот срок исполнения ремонта в целом действительно впечатляет. Не успела наша съемочная группа закончить работу, а авто уже покатили по обеим полосам в привычном режиме. Такой вот недолговечный реверс оказался. К счастью. Наталья Хмелева, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. Правительство и региональный оперштаб по коронавирусу сегодня опровергли заполонившие социальные сети и родительские чаты сообщения о якобы подготовленных строгих ограничениях. В них утверждалось, что уже готово решение о введении практически полного локдауна. Вот такие сообщения разошлись накануне по родительским чатам. Якобы на прошедшем оперштабе губернатор распорядился закрыть все школы, офисы, кино и просто театры, торговые центры. Словом, все места людского притяжения с 28 декабря по 17 января, по сути, лишив новгородцев шанса провести новогодние каникулы вне дома. Параллельно аналогичные вбросы пошли по популярным пабликам, таким как, например, «Чудо-мама» и «ЧП-53». Областное правительство таким новостям удивилась не меньше горожан и заявила, это фейк. Уже сегодня утром, когда пошли звонки там Министерства образования, нам непосредственно, ну, мы дали опровержение, потому что эта информация совершенно не соответствует действительности. Сейчас действуют те ограничения, которые введены последним указом. Кстати, подобные сообщения разошли сразу по нескольким регионам страны. Да и вообще такие массовые информационные вбросы – явление нередкое для крупных городов. Что же касается Великого Новгорода, то фейковая волна такого масштаба докатилась до нас впервые. Но врасплох не застала, уверяют власти. Протокол действия есть, он уже запущен. К делу подключены правоохранительные органы. Что касается ограничений, они обнародуются открыто на реальных, а не на тайных заседаниях. В правительстве попросили ориентироваться только на официальную информацию оперативного штаба. В Чудове часть целого многоквартирного дома сидит без отопления уже несколько недель. Проблема бывшего общежития типична. Много неплательщиков, большие долги по ЖКХ. Тем удивительнее, что нашлась управляющая компания, готовая взять дом на поруки. Зачем это ей, выяснял Артем Забралин. Часть дома сидит без отопления. Из окон выбрасывают мусор, в подъездах почти полностью отсутствует освещение, а в подвале целый водоем из нечистот. Именно такая обстановка окружает жильцов дома номер 9 по улице Новгородская. Люди в отчаянии, управляющая компания от них отказалась, деваться некуда. Я уже 6 лет в этом доме живу и сама говорю, было бы куда уйти, я ушла бы. Вот от того, что холодно здесь, я бы ушла бы, но некуда мне идти. Этому дому нужен герой, и он нашелся. Молодой предприниматель Роман Сафаров вместе со своей управляющей компанией взял этих людей под крыло. И даже несмотря на то, что контракт еще не заключен, на ремонт канализации уже потрачено более 600 тысяч рублей. Потому что все отказались.
Наша организация, возможно, немножко отличается от других здесь в городе. Мы создавали ее однозначно, как и все, да, с целью заработать денег. Но потом как-то это все перешло в то, что нам все-таки интересно в первую очередь именно судьба собственников, да, и благополучие домов. Роман сделал с нами обход и рассказал об этом доме так, будто сам в нем живет не первый год. Оказалось, что само здание неплохое, а вот с жильцами есть проблемы. Бывали случаи, когда люди справляли свою нужду, сидя прямо на лестничной клетке. Выбросить мусор в подвал здесь вообще в порядке вещей. Ну а вандализм как смысл жизни. То есть эти светильники и так далее, они в принципе не так давно здесь висят. Здесь вот висели светильники, видите, даже вот коробки. Вот они, старые коробки, да, вот новые, как было сделано электричество. То есть все здесь было. Где-нибудь в доме вообще осталось хоть что-то живое? Нигде не осталось. Ну, я не видел. На сегодняшний день долг по ЖКХ у этого дома превысил 6 миллионов рублей, что огромная сумма даже по меркам таких проблемных мест. Как удалось накопить такую сумму, пришлось спрашивать у специалистов. К сожалению, не все люди, которые имеют там собственность, проживают непосредственно собственники. Часто жилье сдается, за очень невысокую плату. Остается как раз таким вот маргинальным личностям, которые, естественно, оплату не осуществляют. И собственники за них ответственность тоже не очень хорошо несут. Поэтому дому номер 9 вместе с Романом Сафаровым предстоит большая и кропотливая работа. В первую очередь, чтобы не допускать сюда нежелательных гостей, решено нанять вахтера. Раньше этот дом был общежитием, поэтому даже проходная осталась, относительно, конечно. Ну а потом можно будет приступить и к капитальному ремонту систем отопления. Так что к следующей зиме условия здесь будут уже совсем другими. Из Чудовского района Артем Забралин, Олег Федоров, новости, Новгородское областное телевидение. Сегодня губернатор Андрей Никитин встретился с врачами Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Медики из Санкт-Петербурга помогают новгородским коллегам во время пандемии. На встрече с губернатором профессор Илья Лейдерман, возглавляющий рабочую группу медиков из центра Алмазова, рассказал, что врачи работают в амбулаторном режиме и оказывают ежедневную помощь в реанимационных отделениях. Почти все питерские медики работают с коронавирусными пациентами. Когда мы начинали работать, то, конечно, была ощутима определенная очередь на выезд. От 4 до 6 дней в среднем. Но вот сегодня, через 10 дней, мы можем сказать, что время сократилось практически до 24, грубо говоря, 36 часов. Мобильная группа была создана в рамках федеральной программы помощи регионам. Новгородский Минздрав сформулировал заявку, исходя из потребностей больниц и поликлиник. На нее и откликнулись врачи из Санкт-Петербурга. Уже 10 дней они помогают нашим врачам, дежуря практически в круглосуточном режиме. От лица ваших пациентов, наших пациентов, жителей Новгородской области, хочу вам сказать огромное спасибо. Вот в этот такой непростой для нас период. Для всех непростой, и тем ценнее помощь, которая оказывается, в общем-то, здесь. Я думаю, что и наши врачи какие-то новые знания, новый опыт из этого все вынесут. В ближайшее время врачи из Северной столицы вместе с новгородскими коллегами также посетят ковидные госпитали в Старой Руси и Акуловке. Спасибо. Помощь медиков из Северной столицы очень важна, особенно учитывая то, что они взяли на себя часть нагрузки совершенно по разным направлениям. От поликлиник до красных зон в ковид-госпиталях. Анна Вихрова расскажет подробнее. Инфекционная больница одна из первых приняла на себя удар нового вируса. Здесь и сейчас ведется круглосуточная борьба с пандемией. Ведь больные в основном средней тяжести требуют постоянного наблюдения. Уже больше недели нашим медикам помогают врачи из известного санкт-петербургского центра «Алмазова» под руководством профессора Ильи Лейдермана. Я очень довольна вот нашей совместной работой. Это профессор федеральной клинике. И когда реаниматологи, практикующие, общаются с ними и получают как бы ответ на свои вопросы и понимают, что они делают правильно, убеждаются в том, что они сделали правильно, где-то это очень хорошо. Для нашего региона это первый подобный опыт. Приезжих врачей распределили между самыми нуждающимися в помощи учреждениями. Инфекционной больницей, ковидным госпиталем, третьей и четвертой поликлиниками. Так получилось, что мы первая группа, которая выехала в регион. Вот, в составе группы у нас, как правило, всегда анестезиологи-реаниматологи и врачи-терапевты, ну и врачи других специальностей. Анестезиологи-реаниматологи занимаются своей привычной работой. Это работа в отделениях реанимации интенсивной терапии, полный рабочий день, каждый день. А вот у врачей-терапевтов другая специфика. Они работают на приемах и выезжают к заболевшим на машинах неотложной помощи.
третьей поликлинике организован отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ. Впоследствии большинству из них ставят диагноз коронавирус. Именно сюда, на передовую, были брошены врачи из центра Алмазова. Анастасия Решетова впервые в Великом Новгороде, но работы так много, что толком посмотреть город девушке так и не удалось. Впрочем, она приехала сюда помогать. И интересный досуг последнее, о чем думает врач-ординатор. В командировку собралась за один день, без всяких вопросов. Говорит, что такой опыт для врача очень полезен, и очереди в коридорах ее не пугают. Взаимодействие с людьми, взаимодействие в коллективе очень полезно. Сложные пациенты были, которых необходимо госпитализировать или принимать решение, но мы с этим справляемся и легко дифференцируем. Нелегко приходится и врачам, которые работают на вызовах. Например, в третьей поликлинике количество заявок достигает 200 обращений в сутки. А значит, и рабочий день может не ограничиваться стандартным графиком. Питерские ординаторы делят эту ношу вместе с новгородскими терапевтами. В таком режиме медики из северной столицы будут работать до 27 декабря. Анна Вихрова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Необычный рейд провели сотрудники городской автоинспекции в рамках операции «Пешеход». Обычно штрафуют и тех, кто переходит дорогу в неположенном месте, и тех, кто на авто не пропускает. Но в этот раз всех участников дорожного движения останавливали только для того, чтобы поблагодарить. В этом рейде ни одного водителя не штрафовали. Не нарушил правила дорожного движения и пропустил пешехода – молодец, получает благодарность лично от сотрудников ГИБДД. Повнимательнее, соответственно, регулируем пешеходных переходов. Всего доброго. Спасибо. Всегда пропускаете пешехода? В общем-то, да, всегда. Сам иногда хожу пешеходом, поэтому знаю, что это такое. Некоторые поначалу относились с недоверием. Да и кто подумает, что сотрудник ГИБДД станет останавливать водителя, чтобы просто сказать спасибо. Однако уже спустя минуту немой вопрос сменяется улыбкой. За соблюдение правил поблагодарили и пешеходов. Вручу вам памятку с благодарственным письмом о том, что вы соблюдаете правила дорожного движения, переходите проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу именно в положенном месте. Спасибо. В последнее время отмечается небольшой рост ДТП, поэтому подобные рейды сотрудники ГИБДД будут проводить регулярно. В Великом Новгороде пригласили на показ мультиков, но не простых. Зрителям предложили программу лучших анимационных короткометражных фильмов по версии Американской киноакадемии «Оскар Шортс 2020 анимация». Это только на первый взгляд может показаться, что короткометражные мультфильмы исключительно для малышей. На самом деле почти все номинанты на «Оскар» дадут пищу для размышления и взрослым, которые в этот вечер привели своих детей в мультимедийный центр «Россия». Это 9 мультфильмов. Достаточно, на наш взгляд, может быть, покажутся взрослыми, но у нас придут дети. Красивые очень анимации, картинки, куклы. То есть вот такой вот. В программу вошли 8 номинантов и победитель «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». 9 шедевров из Чехии, США, Франции, Китая и Ирландии на языке оригинала с русскими субтитрами. А после детской части программы для взрослых состоялся показ документального фильма, посвященного Алисе Фрейндлих, который к ее дню рождения снял режиссер Денис Клеблеев. В этой минуте все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 703003. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале «Новгород ТВ News». Далее о погоде на пятницу, 18 декабря. Я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера.